партнер проекта – компания ООО «Парма-Упак». Только что вы были свидетелями того, как здесь обычно ведут себя автолюбители с недавних пор. А здесь это на улице Советской в районе дома номер 3 и совсем недалеко от перекрестка с улицы Максима Горького. С недавних пор этот перекресток закрыт для проезда, и этому есть особые знаки, которые установлены прямо на подъезде. Но многих автолюбителей они не смущают ни капельки, и они по старой привычке, думая, что по Советской можно проехать дальше, закрыты только повороты налево и направо, пытаются здесь куда-то проехать. Вот такая вот любопытная история сегодня в рамках программы «Эх, дороги» на телеканале «Ветта». Здравствуйте! То, что здесь нет проезда, сообщает нам знак «Кирпич», сейчас загороженный автомобилем. Но это не помеха. Автомобиль совершенно точно не является препятствием для того, чтобы понять, что здесь проехать нельзя будет. Достаточно еще долгое время стоит посмотреть на ту интенсивность работ, которую здесь ведет подрядчик компания «Пермавтодор». Попавшихся в эту ловушку мы за 15 минут нахождения только с одной части выкопанной ямы насчитали больше 50 автомобилей. Это за 15 минут. А еще представьте себе, что с той стороны улицы Советской творится. Однако, можно сказать, что это не ловушка вовсе. Винить строителей в том, что они здесь что-то раскопали, не указав на то, что здесь автомобилистам делать нечего, нельзя. Сейчас убедитесь, почему. Знак на самом деле говорящий, предупреждающий автомобилистов о том, что дальше тупик есть. Висит он, правда, как-то странно, и за это можно предъявить претензию дорожным службам. Они бы хоть его повыше повесили и продублировали дальше. А нет. Но автолюбители наши, и мы опять же смели в этом убедиться, вот здесь вот на перекрестке Петропавловской и Островского, где этот знак установлен, аж за целый поворот до перекрытой части улицы. Барышня, сосредоточившись, скорее всего, на том, чтобы посмотреть, чем занимаемся здесь мы, абсолютно не обратила внимания на знаки дорожного движения. Засекайте, минут через полторы она вернется. Ну вот для вас это несколько секунд, а на самом деле прошло 2,5 минуты, и, как я и говорил, вот этот вот туарег вот уже возвращается. Нет, все-таки, мне кажется, здесь дело в знаках. Уж очень неубедительно здесь обозначен тупик. Надо нашему человеку надо большой, желтый или красный лучше всего баннер вывешивать. Проезд запрещен, совсем запрещен. Только так мы реагируем на объективную реальность. Все на сегодня. Спасибо за внимание. Не забывайте, всего 120 рублей по городу. Такси «Зебра» 2700 3 семерки. Пока.